Такая тоже неплохая карточка. Мясная довольно. Итак, так, друзья, мы продолжаем онлайн-мясо по игре Crysis 2. Сейчас будет схватка командная на вокзале. Мы еще да, этого не видели. Сейчас мы подберем чемодан, вокзал и куда-то там. Пока вроде все идет нормально, мы, по крайней мере, не просираем. Да. Так, а вот это вот показано сейчас, да, сверхрадар, антирадар, суперкостюм. Это то, что жетоны собираешь, да, там, и типа можно да, включить да, эту да, возможность. Да. Если ты доиграешь до определенного уровня, ты сможешь подобрать себе перк мародер или как-то так что-то, когда жетоны подсобираются сами автоматически. Ага. А что у тебя они собираются? А я не на всех ставил, я только на снайпере, потому что ну снайперу после убийства куда-то бегать за жетоном это вообще пиздец. А, ну да. Согласен. Итак, что ты там за вокзальчик? Все равно снайпер долго не живет, блядь. Мы ведем в счете. Еее, первая кровь. Мы ведем в счете, только раунд сейчас. Я не понимаю этих глюков. Блять, только что перезарядил автомат. Когда начал стрелять, он начал перезаряжаться сам. Типа я его не перезарядил даже. Но то не глюки. Не, ребят, ну реально, вот такой глючной хуйни я никогда еще не видел. Ты в анчарте не играл. Бля, ты хуел меня! Я вроде тоже стрелял. Нет, ага, на повторе я нихуя не стрелял. Отлично. Супер, а ты кто такой? Давай, до свидания. Блять! Труп пришел, блять, идет нахуй. Пошли! Фух, спасибо, пацаны. Помогли. О, нас толпа, блять. А, блять, вот нехуй толпой стоять, блять. Я думал, что сейчас в эту толпу хорошо гранату. О, знаешь, красиво нас ебнули, блять, это просто. Отлично, вообще. Пацаны, вообще, ребята. Ага. Очки надо. Я тут хотел кончить. Чёрт. Да, кто-то словил нихуёво очков, когда нас гранаты убрал. Да, это просто было эпично. Ладно, только ты обрадовался, говорит, о, сколько нас собралось, блядь, и блядь. Да. Нет, тут, короче, слышите, оружие имеет какой-то свой искусственный интеллект, блядь. Вдруг внезапно посреди боя он начинает перезаряжаться. Ну, ты чё хотел, тут же всё, блин, на этих микрочипах. Ну да. Помнишь, игра была такая на Соньке 2? Как он называется? Синий человек-то бегал там, стрелял. Кто? Синий человек. Синий человек? Голубой, что ли? Ну не голубой. Ну как, блядь, она. Грин, блядь, какой-то роудж она называлась. Короче, там у чувака микрочипы вставлялись в оружие, там оружие с ним разговаривало там. Рок-трупер! Рок-трупер, да, во-во-во-во. Да, неплохая, кстати, игра была, очень понравилась. Вот-вот, там типа. Они же какие-то клоуны, или кто там они, или роботы они были. И типа друга убили, он раз из него микрочип в оружие вставил. Весь рюкзак разговаривающий там был, блядь. Да.
Прикольно было, когда расставил внушительное оружие. Он говорит, ты хочешь, чтобы я заткнулся? Блять, жалко, кстати, продолжение не сделали. Ну вообще хорошие игры, хотя бы HD ремейк на PlayStation PSN бы выкладывали. А еще я не скучаю по псиопсу. А, да, вот кстати, вот вообще удивительно, да, игра очень крутая была в свое время. Но почему-то ни продолжение, ни какой-то популярности не снискало. А так всегда, блядь, хороший игр почему-то популярности мало имеет. А там, знаешь, в то время был Half-Life, там второй вышел, по-моему, там что-то такое, что более известное. А мне Psyops больше понравился, но она такая более тоже, как кинематографичная. А причем, это знаешь, же, по-моему, Midway выпускал, они же обанкротились, и поэтому, видать, все свои эти... Да. Профуканы все свои. Опять же, Сафирик тоже. Классная вещь, но две серии вышло. Кстати, мне не понравился вообще. Не понравился? Не-а. Мне вообще очень понравился, охуенно. Там, если кто любит ужастики старые 80-х, 90-х, типа Восставшие из Ада, бля. Там была атмосфера такая. Ну, может, атмосфера там и была, а больше я хуй знает. Я еще играл на компьютере лицензионной версии с переводом от Володарского. Блять, да что ты ебать. А что за игра-то? Ну, Psyops, он, конечно, был графически круче выполнен там. И все эти возможности парапсихологически у тебя открывались постепенно. Так прикольно было сделано. У врага вселился, хуякс там, всех перестрелял, спрыгнул с крыши там. Наподобие фишку в Фере. Что-то нету. Ну, значит, ну он сейчас все присоединится, раз выкинул. Тут вот реально, да, кризис что-то величие в этом плане выкидывает. Мы в прошлый раз его выкидывал, мы играли. Сейчас он сам к нам подсоединится, да и все. Батарейка кончается, маскировка. О, бля! Бля, мы уже просираем, мать. Вот что называется, киброид из игры вышел. Разбушевался. Опа. Черт.
Па, просрали, елки-палки, вот так вот. А неплохо этот раунд начинался. Очень неплохо. Дерьмо у вас вышло, старое доброе дерьмо. Старое доброе дерьмо, отлично. Ну что ж, нам предстоит еще один раунд. Так и правильно подсветить. Так, тут у нас опять нуб микс. Больше всех убил Иисус. Больше всех смертей. Ага, меня гасило. Так, ладно. Парковочка. Вроде по-прежнему нет, сейчас попробую еще раз его гасить. Наверное, в нашем отряде уже его не пустят. Тут уже сколько у нас человек-то? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сколько вообще максимально это... количество игроков-то. Что-то, видать, не пускает. Ладно, сейчас еще доиграем этот раунд. А там посмотрим, может, все-таки получится соединиться. Всегда выбираю нападение, потому что я толком еще и тут ничего не прокачал, не освоил. Так, что у нас тут? Мясо у нас двое, а напротив... А вообще никого из мяса нет в противоположной команде, походу, пока что. Ладно, парни, давайте покажем им мощь. Мясо. Опа, сзади невидимка. Блять, фу. Молодцы. Снайпер он еще был, походу. Блять, сверху стреляют. Свою команду. Он ранен, ранен! На, блядь! Множественные цели в гостинице, второй этаж. Мы снова ведем. Пока я не высовываюсь, мы ведем. Маскировка включена. Ну, кто-нибудь высунься, покажи свою жопу. Кто не хочет высовываться. Что-то такое еще, кто там заголосил. О, вот здесь я надеюсь спрячу надежно. Блять, что такое-то? Сука, блять.
А, чё? Бля, нихуя себе, блядь! Это жесть! А у неё дропа. Продвигайтесь осторожно, противник замечен на крыше. Охренеть, блядь, сколько я в него попал. Ну, была всего лишь... Блядь, надо было мне, сука, броню включать. Сработал рефлекс. А, сука. Ну, что-то наверх не можешь запрыгнуть, блядь, второй этаж. Еще энергию всю потратил. Песни поет, что-то мне начинает это напрягать уже. Иногда глушит его, да. Бля, из-за него, наверное, киброид войти в игру не может. Где он, блядь? Где ты, сука? Множественные цели неподалеку от армейской колонны. Нагибать сильно стали. У меня, по крайней мере. Хотя, а, нет, народу уже больше стало. Обнаружен вражеский спутник. Они побеждают. Маскировка отключена. Хотя они уже побеждают. Вот. Не знаю, что делать. Все, ёпт. Так, я здесь, пожалуй, постерегу. Кто-то сзади вылезет. Никто не вылезает, блядь. Муха. У нас тут потеря. Граната!
Все трупы, блядь, валяются. Максимум защиты. Что ж такое-то? Невидимку включил, бесполезно. А вот сзади подошел, блин, потом ебать. Блять. На одну очку. Один фраг. Давайте убейте кого-нибудь еще. Кого не видим. Бегаем. Опа, опа, кто стрелял? Да. Просрали. Еще бы чуть-чуть. Да, еще бы чуть-чуть, но вот нихера не чуть-чуть. Я подозреваю, что я на последнем месте. Точно так и есть. Так, сейчас, друзья, я думаю, надо попробовать... А, киброид с нами, отлично. Ладно, тогда выходить. Да вот хуй-то я вас с вами. Я только что, блядь, присоединился к чужой команде и последнее убийство сделал. Ах ты засранец, вот все из-за тебя, да? Все понятно. А что, я виноват? Запорол нам всю игру, блядь. Сначала кинул нас, потом еще и против нас пошел. Я кинул, блядь. Это, сука, PSN такой у меня веселый, блядь. Так, ладно, друзья, оставайтесь на канале, встретимся в следующей серии.